Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Skyrim. А почему нет? Вот у нас какой-то квест, время лишений. Какие-то люди, называющие себя аликрцами, аликрцами, короче, в общем, разыскивают в Вайтране женщину Редгарда. Найти женщину, давайте поищем, что за такая женщина. Почему нет, возможно, интересный квест, ну, может быть. А чё карту не показывают, эй! Она где-то тут? Кто из них она? Может, потому что ночь? Ага. Возможно, так. Давайте подождем. Ну, сколько часов? 11. Тын-тын-тын-тын. Прошло 11 часов. Нет, еще только 7, 6, 5 осталось. 4, 3. Вот, уже и утро. Все-все-все. Так. Ну, и что-то поменялось ли? Еще раз, журнал. Как тебя там? Громила по вызову. Спасибо, не надо. Разное. Время лишения. Какие-то... Вот. Вот это. Именно это. Ну и где? Тоже один из загубленных квестов. Боги улыбаются тебе. Согласен. А женщина? Нет, это какая-то девочка. Говорю тебе, мне не послышалось. Кто-то выл. Рассказы о вервольфах правда. Да ладно. Вервольфы? Не может быть. Хочешь поговорить со Скотом? Да, ты не Редгардка? Да. Ладно, до свидания. Ты Редгардка? Хочешь получить Алава какая-то. Алавы? Прости, понятно. Ты Редгардка? Нет, это эльф. Это еще хуже. Так, тоже еще у них из них может быть Редгардкой. В принципе, может это. Вот, ты Редгардка. С тобой рядом всегда веселее. Ладно, вали отсюда. Ты самый лучший. Давай ты будешь моим папой. А давай нет. Папой. Внезапно. Дяденька, монет. Всего одну монетку. Пожалуйста. Стой. Стой, вот тебе монетку. О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Так, кто из них Редгардка? За мы пьем. О боже. Ты Редгардка? Скоро век произвола. Что-то для тебя сделать. Тебе известно, что какие-то воины ищут какую-то Редгардку? Что? Да. Нет. Они нашли меня? Мне нужна твоя помощь. Ну-ка. Пожалуйста, пойдем со мной. Мне нужно поговорить с тобой наедине. Скорее, пойдем со мной. Ну пошли, чё. Сгинешь, так будет у нас пир горой. Надеюсь, ты не будешь рассказывать, что у тебя нету денег, или просить, чтобы мы удочерили тебя там, или еще что-нибудь такое. Так, у нее тут есть дырка. Ну, в смысле... Что? Думаешь, ты сможешь одолеть меня? Только тронь, и без пальца. То есть ты вот это завела наверх чувака, взяла нож и давай... Давай говорить. Привет. Расскажи мне, глупое, что происходит. Так аликарцы знают, где я? Что они тебе предложили? Золото? Сколько их еще осталось? Я откуда знаю? Скажи мне. Что тебе сказать? Ты не волнуйся. Я тебя не обижу. Тогда мне нужна твоя помощь. В этом городе нет никого, кому бы я могла довериться. Ну, что ж ты хочешь? Я не та, за кого себя выдаю. Да ладно. Мое настоящее имя Иман. Это все я меняет. Я из знатного дома суда в Хаммерфилле. Те, кто меня ищет, аликарцы, ассасины. Нанятые Альдмирским доминионом. За мою голову им пообещали целую гору золота. И? Мне нужно, чтобы кто-то прогнал их отсюда, пока они не нашли меня и не увезли в Хаммерфилл на казнь. Окей. Как же мне от них избавиться? Они наемники. Они здесь только из-за денег. Хорошо. Ими руководит человек по имени Кимату. Маниту. Избавься от него. Великий Маниту. И остальные просто разберутся. Хорошо. И где? Я не могу показываться им на глаза, иначе они узнают меня. Поэтому тебе придется выяснить, где они прячутся. И где они прячутся? Где же их хотя бы искать? Я слышала, одного из них только что арестовали при попытке проникнуть в город. Если его отправили в тюрьму, возможно, тебе удастся что-нибудь у него выяснить. Ладно, пошли в тюрьму. Пожалуйста. Глянем. Я понимаю, что прошу тебя о помощи в сложном, даже опасном деле. Я просто не знаю, кому еще я могу доверять. А что они тебя разыскивают-то? Я не знаю наверняка. Я открыто выступала против Альдмирского доминиона. Врет наверняка эта тетка. Они и охотятся за мной.
А чё ж ты к стражникам не обратилась? Ты думаешь, я бы стала скрываться, если бы верила, что городские стражники смогут защитить меня? Эти люди беспощадны. Они хитры, вероломны. Они откупятся от любой стражи. В Вайтране я никому не могу доверять. Они могут подкупить и стражу, и ярла. Даже ярла? А лигарцы всё ближе. Но не меня. Времени. Местного Поэтому Тана. Поэтому я и решила довериться тебе. Правильный выбор. Ну, хорошо. Найди меня сразу же, как только разберешься с аликарцами. Конечно. Так, все, сходили, поговорили. Поделать записи мы не будем. В тюрьму, значит, идти? Тут есть два пути. Просто пойти прямиком в тюрьму, либо что-нибудь украсть. Хе-хе, мы так не будем делать. Мы пойдем часто прямиком. Приходится бывать в облачном районе. Только где она, я не помню, но где-то рядом с дворцом нашего ярла. Да продлят боги его правление. О, на тебе монетку я тоже. Не а, не, извини. Нету монетки. Пошутил. Тюрьма где-то вот... Вот где-то тут должна быть. Откуда тут вода бежит? Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь, я тебе устрою кару божью. В тюрьму поведешь? Хорошо, а где тут тюрьма? Я не помню, кажется, я уже бывал где-то в тюрьме, но где она точно не помню. Вот. Теперь я припоминаю, ты из новичков, соратник. Ничего себе новичок. Что, выпивку им да, вип, выпивку им разношу. Вип, ивку. Ну типа, ой, что-то там, подождите, это же оно... Вот она тюрьма, да, правда? Цветочки. Да? Давайте-ка уточним. Это что? Журнал. Разное. Нет. Время лишений. Да. Вот это оно, правильно? Это прямо мы туда и пришли. Ну, подземелье, очевидно, что тюрьма. Где еще может быть тюрьма, как не в подземелье замка? Логика. Все хорошо, надеюсь. Поговорить? Поглядывай в небо и будь настороже. Здрасте. Нечего бездельничать. Я тоже так думаю. По приказу ярла. Ну, вру, конечно. Эй, ты. Пленник. Чего смотришь? Мне нужно монету. Кимату. Где он скрывается? Тебе жить надоело? Если тебе известно это имя, то ты знаешь, что встреча с ним все равно, что встреча со смертью. Ой, да ладно. Но, похоже, у нас обоих есть потребности. Мы могли бы помочь друг другу. Что ж тебе нужно, глупо? Я обесчестил своих братьев тем, обесчестил что братьев. И они бросили меня здесь. Мне больше нет места в Аликре. Но у меня нет никакого желания умирать в этом богами забытом месте. Если я выберусь из тюрьмы, то смогу начать новую жизнь. Помоги мне, и я скажу тебе все, что тебе как хочется знать. Как все сложно. Большой у тебя штраф. 100 золотых обеспечат мне свободу. Тебе ведь это по карману? Ну, не знаю, 100 золотых, это такие карману, деньги. Если тебе нужно что-то узнать от меня, отдай деньги кому-нибудь из стражников, и я скажу тебе то, что ты хочешь узнать. Почему они бросили тебя здесь? Потому что я попался. Короче, Кимату всегда говорит, что мы лошара должны быть ты. Лучшими из лучших. А я не был. Логично. Хорошо. Деньги стражникам. Ну, например, и все-таки, тебе. За дело, может когда быть, ты меня хочу дорогу, уплатить Ильич, штраф за этого пожалуйста. Человека. И заодно уговори его не лезть больше в город. Только так. Минус 100. О, минус 100 монет, кстати. Что это такое? Королева волчица, том 3. А также жена дровосека. Это что-то новое. Том 1. Господи. А дровосеки, что выстрелил хижину в глубине соснового леса, там он надеялся мирно зажить со своей семьей. Но однажды с ним приключилась жена. Братья так. Бури, имперцы, драконы, пусть лезут. Мне без разницы. Ну, поговорим. Ты выкупаешь мне свободу. Так я выкупил а только я что. Тебе то, что ты хочешь узнать. Штраф-то оплачен. Хорошо. Кимату обитает на западе от Вайтрана. Там есть небольшая неприметная пещерка, называется Логово Плута. Кимату. Ты ведь понимаешь, что если сунешься внутрь, то никогда не выйдешь оттуда. Тебя убьют. Ой, ладно. Но это твоя проблема, а не моя. Окей. Стражник! За меня заплатили штраф. Выпусти меня. Ну и где? По-моему... Знаешь круг камней к юго-западу?
Это поцелуй секунды. Для великанов это место священное. Так что учту. Очень интересно. Так что у них тут... Может, еще какой-нибудь есть кто-то? Это какая-то VIP-тюрьма. Я сказал, штраф уплачен. Пусти меня. Хорошо, хорошо. Ой, надо же. Где мои ключи? Придется поискать. А это не быстро. А ты сиди тихо. Когда-нибудь я их найду. Чтоб тебе провалиться. Не, ну я заплатил. Стражник, иди сюда, можете это... Ты часом не сможешь зачаровать мой меч? Лезвие такое тупое, что и масло не разрежет. Прям такое тупое, как этот вот... лошара. Ладно, его не хочу открывать. Чем я могу помочь брату Норду? Один стражник говорит, будто видел, как маг появился из ниоткуда. Хлялся, что это был монах Псиджик. Монах Псиджик. Да я сам Псиджик. О, хотя нет. Чё там, куда идти-то? Какая-то пещерка логова Плута. Вот ничего себе, где это логово Плута. Откуда тут ближе всего? Ну, наверное, от пещеры сломанный клык. Здрасте, корова. Это не... Это корова, все правильно? Мохнатая корова. Прямо вот туда, куда надо. Драконов не видать? А, кстати, чё не видать драконов? Потому что в нашей долине драконы уже все поперевыведены. Ну-ка, ну-ка, чё это такое тут? Какие-то развалины, может, они считаются как что-то важное. Вон какой-то злостолб. Ну, я не знаю, на него такое показывает, как щит, стрелочка. Может, что-то важное. Так, а чё тут? А тут ничего нет, просто вот развалины святилища Зенитара. Это же, подождите, это же... как это сказать? Легитимный бог. Так, что-то мы прочитали. Кошель мы брать не будем, слиток не будем. Это пусть святилище себе светилится. А, вон таки летает какой-то дракон. Ну, далеко и пусть летает, это уже как бы там за нашей долиной. Я просто хочу подойти и глянуть, что вот это такое. Тоже ж какое-то место. Святилище чего-то. Монумент Гьюкара. Ты кто такой? Что надо? Поклонник Бейти. Что за Бейти? Тебе придется поднапрячься. Да ты оборзел вообще. Поклонник Бейти. Что у тебя с головой? Ну, в принципе, уже. Все равно. Испытание Бейти. Разнознать побольше поклоняющихся Бейти. Ну, мимо шел вообще. Ну, хорошо, разузнаем. Вино тоже заберем, почему нет. А, да, так что это за святилище такое? Монумент кого? Как тебя там? Щит, меч. И все, а какой-нибудь кнопка или что-то такое? Ну, нету и нету. Мы вообще шли в какую-то пещеру какого-то козла навестить, чтобы ему там снести бошку. Кстати, про Бейтию. Что там пишут-то? В разном, да? Ой, боже, сколько тут разном всего. Ой, где это Бейтия? Даже не пойму. Найти, сообщить, выяснить, узнать, поговорить, посетить, вступить. Без понятия. Ладно. Ну, может, это какой-то глючный квест, тоже так. Потом.
А возможно, просто книгу надо прочитать. Ну, потом. А может, с кем-то поговорить, и это поэтому не показывается. И надо будет узнать поточнее. Дракон там все-таки кружит, это мне не нравится. А вон еще дракон. Да ладно. Это же в ту сторону тот самый пик, который мы очистили. Он прям сюда летит. Прям вот, прям сюда. Опа, здрасте. До свидания. Пошел вон. Там себе летай, меня не трогай, я тебя не буду трогать пока что. Великан, не, великана мы не трогаем. Говорят, они быстро бегают. Я помню. Вот еще видно в этих камнях пещеры, и нам туда. И там сейчас так хоп, и как раз великан, нет? Ты кто таков? Получи же! Воу, воу, воу. Магия? Скайрим. Такой Скайрим. Вот она, логово Плута. Ах, да ладно! Слышь ты, сюрприз. Свободен. Сюрприз. Как тебе сюрприз? Отмычка, меч. Кусок козьего сыра. Вкусняшка. Итак, логово Плута. Короче, сейчас мы этим монету выдадим по полной. Надеюсь, тут небольшая пещерка. Сказали же, маленькая, значит маленькая. Хотя этот лошара мог и соврать. Ничего себе маленькая. Это вот так все обходить. Ну ладно. Окей. И точно. Был какой-то... Да что вам надо? Все тебя трогал. Что такое? Слышь ты? Не так быстро. То есть не так быстро. Еще кто? Где убежал второй? Не, ну ладно, пусть бежит. Че я. Привет, да, вот. Сейчас уже готов, уже, да, отмычка, отлично. Так, что тут у нас? Бутылка из-под вина картофель. Картофель святое. А также пивная кружка. Что? А ты даешь. Лежать бояться. Золото, эльфийская стрела, отлично. Но это все ерунда. Неужели меж... О! Сундучочек. Отмычка, стальной шлем. Все как мы любим. Ага. Сказала, будет меня ждать. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Да ладно. Мне с тобой не справиться. Конечно, не справиться. Клёпанная броня. Ну, отстой всякий. Где? Откуда он стреляет? А, вот. Свободен. Золото, лук, отстой всякий. Бадья. Ну, железный шлем нет. А вот бадью надо взять. Это нужная вещь. Сплошные угрозы. Тонны пафос. Бандит. Ну все что ли? Золото отмычка, хорошо. Золото еще. Вот у этого было что-то. Не он. Отмычку хотели утаить? Не-не-не. Да ладно. Что-то как-то не очень блокировало. Где она? Что вообще за наглость? Хамство какое-то. Мародер. Заряд получен. Бодрит. Просто... Царапина.
Однако магия что-то сильно дамажит. Подождите, еще один гол. Да откуда ж ты? Ух ты, ё-моё. Стоп. Секунда. Секунда, я понял. Яблочный пирог. И картошечка. Ну, типа того. Что за ужас? Чему так стали луки сильно дамажить? Что-то не так? Что-то пошло не так? Так, зелечение. Сильное. Ну, сильное это слишком сильно. Просто зелье лечения есть какое-нибудь? Вот, крепкое. Что за наглость? Мародер какой-то. Вот так вот. Получи, калачи. Что у него есть-то? Золото? Эльфийская стрела? Отмычка, две штуки. Ну, вот это того стоило. Лук парей жареный. Печеный картофель. И тарелочку тоже заберем. Оленья отбивная. Ну, это же что-то классное. Давайте проверим. Оленья отбивная. Хоп. Ну, так себе. Кто такой? Это какой-то алкаш. Зачем они вот такое хранят у себя в пещере? Я не понимаю. Ну да ладно. Оленья шкура, конечно. Книга. Книга вор. Ну, дают, берем, чё ж нет-то. Ой, лососевый стейк. Деревянный черпак. Чего нам не хватало, так это и этого, конечно. И, конечно, чугунная кастрюля. В первую очередь. Дом обзаводится утварью. Все, хватит. Тоже этой утвари. Так, я что-то не понял. А, вот сюда надо. Что? Капкан? Это был капкан, сэр. Ну, хорошо. Капкан так капкан. Думаю, нам с тобой есть о чем поговорить. Опусти оружие, воин. Мы знаем, зачем ты здесь. Тебе удалось доказать нам свою доблесть в битве. Давай поговорим, и тогда никому больше не придется умирать. Ха. Я думаю, мы все сможем найти выгоду в этой ситуации. Мои люди не станут нападать, если ты опустишь оружие. Врет ведь? Зачем вам нужна Садия? Она продала город Альдмерскому доминиону. Если бы не ее предательство, Танет устоял бы в войне. Остальные знатные дома узнали об измене, и она сбежала. Они хотят взять ее в плен живой. Вроде Хаммерфилд логично. Так и не покорился Доминиону, и ее будут судить. Хм. Ну, блин. И что делать? Но меня-то послали тебя убить? Ах, да, конечно. Как она теперь себя называет? Шазра? Садия? Как-то так, верно? На что она тебя взяла? Взывала к твоему чувству долга? Сыграла на твоей жадности? Или на более животных твоих инстинктах? В конце концов, какая разница? Так или иначе, она убедила тебя в том, что она жертва. Но ты знаешь, почему мы преследуем ее? Она сказала, что вы ассасины. Ассасины? Ну что ты? Ничего подобного. Женщину, которую ты называешь Садией, разыскивают знатные дома Танета. За государственную измену. Нас наняли, чтобы арестовать ее и привести в Хаммерфелл на суд. Ты можешь нам помочь и предотвратить дальнейшие жертвы. Так. Что же за преступление она совершила? Она продала город. Это мы уже видели. Остальные знатные дома. Хаммерфелл так и не покорился Доминиону, и ее будут судить. Что ж ты от меня она хочешь? Она тебе доверяет в какой-то мере. Она отправила тебя убить нас и не станет думать, что ты можешь замыслить что-то другое. Убеди ее, что мы знаем, где она, и ей нужно бежать. Приведи ее к конюшням за стенами Вайтрана. И мы тут же возьмем ее под стражу. Если ты поможешь нам свершить правосудие, я с радостью разделю с тобой награду за поимку преступницы. И вот тут вопрос. Верить ему или этой тетеньке, которая, в общем-то, никто.
Да, и это какой-то никто. Если бы он хотел арестовать ее, он бы это делал напрямую, пошел к ярлу и сказал, типа, вот так и так, это предательница, все такое, надо арестовать. И все. Ее бы арестовали и передали, я так думаю. Короче, это какая-то брехня. Либо мы сейчас будем его убивать, либо давайте попробуем продлить истязание, отведем ее к конюшням. Ну, там же стражники нападет и будет всякое. Ну, хорошо. Я это... Или все-таки убить его? Или... Хорошо, я это сделаю. Хорошо. Мы будем ждать тебя у конюшни. Наконец-то мы вернемся домой. Так, привести Садию к конюшням Вайтрана. Ух, тут... А, тут народа-то сколько. Я думаю, типа точно разобрались с нами. Хотя, может, и нет. Только не сожги ничего. Идет? Всё, я убрал оружие, ребята. Все в порядке? Да. 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 И по сторонам. Ты какой-то ремикс. А ну-ка, да. Нужно что-то. Что тебе нужно? Что тебе нужно? Да. Что тебе нужно? Нужно что-то. Да. Вот и можно нарезать треков с этого всяких. Что тебе нужно? Да. Смотри по сторонам. Что тебе нужно? Что тебе нужно? Что тебе нужно? Нужно что-то. В общем, это какие-то, извините за выражение, что тебе нужно? Разборки черных, ну ладно. А что дают? Ничего не дают. Ну, в смысле, темнокожих. Ну, видите, они какие-то солнечные, местные какой-то Африки. Так, ну что, будем его приводить или как? Или вообще плюнуть на все это? И... Ну, давайте приведем, посмотрим. Все-таки там действительно есть стражники. Они, возможно, будут за нас. А тут слишком много народу, и я не уверен в силах нашего персонажа. По-моему, мы куда-то запутались. Нет? Где выход? Да нет, все правильно. Нет? Да? Какие-то трупы валяются. Кто тут проходил? Но все же странно как-то. Бедная жертва. Вот и посмотрим. Возможно, это неправильное решение, ну да и ладно. Да и ладно, это игра такая. Вот мы можем принять неправильное решение, или вообще на все это начхать. Дракон? Дракон, ты где? Пока его нет, надо телепортироваться, а то что, ну, знаем мы этих драконов. Так, привести к... Пошли к Вайтрану. Да. Где она там была? Она была в... Где? В местной таверне, точно. Так. Ты кто такой? Стой. Я ничего не делаю. Монетку возьми. О, спасибо. Да благословенно. Возможно, красноречие нам еще понадобится сердце. В этом. Охотничий лук вот просто так валяется. Че он валяется? Подобрать, конечно. Когда империя сдалась Альтмерскому доминиону, позор пал на всех нас. Олфрид, покровитель великого клана сынов. Я все понял. Так, что значит? Ну давайте говорить с этой тетенькой. Я такой же. Отстань, я уже унылый. Вверху сидит и ждет добрых вестей. Есть ли новости об Аликарце? Ну как тебе сказать? Мне удалось перебить их всех, и они пришли за тобой. Ложь. Что? Как? Я думала, им запретили находиться в городе. Да, такое. Они смогли пробраться в город, тебе нужно немедленно ну, уезжать. Я пойду. Я не могу бежать вечно. У конюшен тебя ждет лошадь, я буду охранять тебя подороже. Опять всё бросать и уезжать? Да. Если ты думаешь, что другого выхода нет, я верю тебе. Давай не будем за юность мы пьем, прошлым дням. Пошли же. Скоро я помогу тебе. Совсем истечет. Быстрее, быстрее. Там тебя ждет лошадь. Ай, где ты там? Эй, ты там где? А вот она. Пошли же, быстрее к лошади. Вот там врата, да. Та-ра-та-та-там.
Предательство, наконец-то. А то эти гендерные стереотипы. Обязательно жертва, шмертва. Да едьте в свой, как его там, Хаммерфелл, или как у них город-то называется. И разбирайтесь там сами. Ну, где эта ваша лошадь? Аж самому интересно, какая лошадь там ее ждет. Сейчас так сверху бах, дракон упал и всех сожрал. Вот будет весело. Нет, не смешно. Быстрее, быстрее, там лошадь. Ну, там правда есть лошадь, я не вру. Была, по крайней мере. Ту, которую мы купили, а потом разбились на ней, упав с горы. Я помню это печальное событие. Мы наконец встретились, любезная госпожа. Что это? Что ты наделал? Хана тебе, что ну, я наделал. Что ты права. Ты думала, что сможешь вечно вертеть людьми, как хочешь? Твое везение должно было когда-нибудь закончиться. Что-то он не сильно ее это, но... Слышь ты? Теперь мы отвезем нашу дорогую землячку обратно в Хаммерфелл, где она заплатит. Но он ее не убил. Обратите внимание. Парализовал. Это похоже на арест, действительно. Только почему он не мог сделать это... Ну, ладно. По дороге ее никто и пальцем не тронет. Но как только мы доберемся до места, уже не мне решать, что с ней будет. Что же касается тебя, тебе полагается награда. Вот, держи. Смотри, не пропей все сразу. Если позволишь дать тебе совет, не позволяй какой-нибудь смазливой мордашке обмануть себя. Ты выше этого. 500 рублей? Отлично. Кимато, с тобой можно иметь дело. Давай, забирай эту. Как он, интересно, ее понесет. Как ты ее понесешь? Где лошадь? Я обещал лошадь. Спасибо за доверие. Я очень хочу вернуться. Да, давай, 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 на родину. Эй, ты меня слышишь? Ты хотела обмануть меня. Вот так не надо поступать. Так что, надеюсь, если ты действительно предательница, там тебе и капец. А, ну все, значит. А вот и лошадь. Как и обещано. Так, ты кто такое? Тебе от меня что-то нужно? А ты кто? О! А ты кто? Mm-hmm. Приветствую, Ардвин. Мы направляемся в святилище Кинарет в Вайтране. Я слышала, что ожившее великое древо стало теперь еще. Еще бы лично я его оживил. Лично. Говорят, если отведать его плодов, это продлит тебе жизнь. Святая правда. Ладно, иди давай, куда идешь. Ну, как-то вот так и завершилось, наверное. Ну, я что-то ожидал чего-то более эпического. Но, наверное, эпически было, если бы мы их всех перебили, этих ребят-ассасинов, которые, похоже, все-таки ассасины. Но, возможно, это какие-то охотники за головами. Их наняли, чтобы их доставить ее, соответственно. Ну, конечно, можем сейчас его и убить. Надо подумать. Но, скорее всего, нет. Ладно, думаю, на этом мы эпизод окончим. Ну, собственно, все. По этому квесту, наверное. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч.